У Бабруйску ноч на 14 ліпеня выпала практично декадная норма опадков – 20 мм, а это 70% от декадной нормы, поведомили у облгидромете. Таким чином, за гэтые сутки у городе на Бярэзіні прошли самые моцные в области дожджи. 13 мм опадков зафиксовано у горках, а вось на остатней территории Могилёвщины за ночь выпало не больше 1 мм. На выходные синоптики не дают оптимистичного прогнозу. Короткочасовые дожди прогнозуются и у субботу, и у неделю. А температуры будут невысокие. У субботу по области от 18 до 20 выше за нуль, у неделю плюс 14-19 градусов. Зато из понеделка меркуется потепление до плюс 24 и переважно без опадков. У авторок и сераду попередне от 20 до 27 градусов. Такое вось дивосное лето.